Всем доброго дня. Приходил Мурчик, накормил его и убежал Мурчик. Молодец, пацан. К нам как раз позвонили с клиники насчет Барика. Говорят, что 2 часа его будут возить в Киев. Как раз там так вышло у них, что машина едет в Киев, и они отправят его вместе с машиной. И позвонили нам, чтобы мы приехали, проведали его. Да сейчас Светланка собирается. Мы даже не ожидали, что сегодня будет. Я там начинал что-то делать. Ничего, все побросали. Да сейчас Светлана одевается. Поедем. На краже Светланка выходит. Я ключ взял. Там мать выйдет потом на улицу. Ну, пускай отдыхает. Там мы долго не будем. Если 2 часа его забирают, то мы как раз побудем, а в 2 часа приедут. И... Ну, корм возьмем, что ему надо, то мы купим. Что надо, то купим. Садись в машину, сейчас поедем. Ложи, ложи. Купили Барику пеленки. Идем до Барика. Смотри, прикольно сделали. Угу. Ты видал? Красиво. Угу. Не хочешь нам во дворе так сделать? Мы уже идем к Барику. Давай, давай, поднимайся. Ну, как он на ручки просился. Да, Сонечка. Ручечный стал вообще. Зайчик, не бойся. Мы там позвонили знакомым, приедут, тебя в Киеве проведают, не переживай. Гарик обещал скорее приехать, проведать. Говорят, что приедут и проведают. Красно маленькое видео снимут, как он там находится, да? Бегает, водички попил, молодец, молодец. Ему одежку сняли, потому что сильно жарко. Все, пока машина приедет, чуть подождать надо. Вот, смотри. Центр реабилитации. А, там, где будет Барик? Да. Дать очки? На улицу хочет. Ну, на улице жарко, солнце светит, и он бедный языка высовывает. Ага, правильно написала. Степ-уп. Угу. Заходите, смотрите. Самые отзывы там и показано, как. Ну хорошо, что он в клетке не будет. Да, он не клеточный. У него в клетке просто. Там, мне кажется, любая собака в клетке, то она боится в закрытом пространстве. Бассейн, Барик, ты плавать будешь. Ты будешь плавать. Да, Светлана смотрела, говорила, что и бассейн. А куда, в сторону? А твердо-то наверное, что вот. Нельзя ему давать? Какие-то вкусняшки, да? Он, ну, надо сказать, что он печенку, я же не знаю, чем. Мне кажется, они только сухим кормом. Гляньте, какие всякие причиндали. Вот это ж водят, эта дорожка вот эта вот. Ну да. Ну, а это все беговая. Ему будет, все будут да, делать это? Да, да. Представляете? Ой, слушайте. Хотела сказать, наш Барик. Да, да. Я сама гляньте, похож, да. Похож. Алла, похож. Это ж надо. Да. Там, тут больше белого. Точно. Ну, до сегодняшний день. Эти, правда, не со вкусом мяса. Сказала, те, что такое? Со вкусом мяса, я буду в Киеве, скажи. Пузатенький такой, да? Животик отъел. Скажи меня, Степ. И как я скажу, там живу, да? Молодец, водички главное, попил. Угу. Вот чем-то с фаршем. Нет, я иду потолчу. Ну, ест, не будет клевать, потому что немножко горьковатые они. Постараюсь, потому что говорят, ну, вот с фаршем. Скажи, Барик будет хорошо туда вовнутрь затолкать. В Киеве, скажи, да.
Завтра скажу. Короче, будет скажу одной девочке модели какой-то. Ну, скажу, сразу, сразу. Да, ну да, вы завтра не будут принимать, аж в понедельник. Не, сегодня не принимать. А сегодня? Все равно будете сегодня. Завтра 12 часов. Вот заберут в больницу. Еды. А ночью Андрей будет там у какой-то девочки ночевать. Деньги, да? Вряд ли он должен наесться. А вы же чуть-чуть съесть. Оказывается, на второй скажи, где краса, скажи я, да? Смесь где краса. Да, смесь есть. Я даже не знал, как назвать породу. Ну, с которой я вас брала, не знаю. Барик уже переноска. Должны раз были у нас, значит, я сюда положила. Ему уже все вещи приготовили. Слана купила ему еще мисочку, чтобы водичку пил. А я только ела, потому что если дадите его, она что-то не стоит. А, ты ему еще шлеечку взяла, Слана ему еще шлеечку взяла, хорошую вещь. Такой давала, давала. Вот если соседка ветеринар, попросите, чтобы она дала таблетку. Давала таблетку, ну, смотрю, она иногда вот занялся так. Нет, чтобы она дала, чтобы вы видели, что она съела. Потому что вы будете считать, соседка что не так близко живет? Я на четвертом, она на 14-м. На такой машине поедет Барик. Надо, чтобы... Уже грузят ему. Скажи, Леша. Кристин, а мы переноску берем? Да, переноску тоже надо брать. Амур. А где он? Таня, я не думаю, что он куда-то побежит. А, то Барику не скучно будет. А может мы ее сумку поднимем? Да, давай, да, да, чтобы давай. Он назад не улетел. Сейчас надо, может, его документы. Да, папка там в пакете. Да, там в пакете лежат. Барика уже все провожают, сколько пришли. До свидания, счастливо. Ну, поесть надо. Да, поесть водички обязательно. Хорошо, брать. Все я расписала. Она, знаете что, она сняла эфир, сказала, что я буду теперь ее обсирать, хотя вообще, ну я просто сказала, спасибо вам огромное, если кому-то вы решите помочь этим сборам, я переведу эти средства. Мне как бы такой ценой, оскорблением там взрослых людей, мне эти деньги не нужны, потому что это неадекватно. Она, короче, это выставила так, что я ее там пропесочила, что я ее обидела, оскорбила, теперь я ее буду обсирать, но никаких скриншотов этого сообщения моего она вообще нигде не показала. Хотя я написала максимально корректно, я извинилась там, если где-то что-то не так. Там, ну, как бы воспитанно, нормально описала и все. Нет, она это все перекрутила. Но я не смотрела этот ее эфир, но мой друг посмотрел и ржал, говорил, что надо это увидеть, потому что она там, конечно, перекручивает всю информацию. Ну, я могу сказать, я сразу сказала, что это больной человек, я не обращаю внимания. Что бы там ни говорили, человек со здоровой психикой, как себя вести. Да, это да, к сожалению, но это очень токсичный контент. Просто это... очень жалко, что тут все по добру, и вы ни разу не снимали эфиров, что вы каждый раз покупаете ему корм. Ну, я вообще не веду соцсетей. Ну да, да, просто никто не пиарился. Все просто помогали, все друг через друга, как зашли, надо, видели да. Такую собаку, ну, пришла купить. Да. Ну, купить корм, я увидела, говорю, я спросила, говорю, может, ему надо что-то, все-таки, говорю, это такая собака, я не понимаю, я сама она позвоночник активирована. Вот. И, ну, я чисто по-человечески ходила, сразу попросила Коля, говорю, Коля, надо помочь. Он, да, да, без всяких. Потом же, ну, каждый раз мы приходили раз в неделю, все равно приезжала, потому что мне была интересна судьба судьбы. Я даже не знаю, может, мы возьмем. Она говорит, ну, мы взяли бы. Он писал, знаешь, что четвертая собака с ними, но она не уживется. Ну, и она особенная, ей да. Уход нужен, не, ну, как, особо, да, как за троих. Она, вы сами видите, что она, вот, он даже кого-то другого ловишь, он уже, да. Он хочет, чтобы только его любил. Да, 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 да. Он должен быть известен. Я приходила со своим Бариком, моего же тоже Барик зовут. Я приходила с ним, что-то мы делали ему, глаза там капали. И этот его отталкивал.
отталкивает того Йорка, типа отстань, это моя мать, идет ко мне и рычит на меня. А тебя любит, знаешь, он сразу тебе подбежал, он понимает, вот тут настолько у него доброе сердце, он понимает, что это рабочий. Это, чтобы вы знали, это Кристина, опекунка Барика. Многие... Если что, я не переселенка, я коренная днищанка. Бо многие меня спрашивали, вот, пожалуйста, вот Кристина опекунка. Чтобы не писали мне там гадости, что я там сильно много на Барику заработал. Видите, сколько заработал? Да, я вам, хотя я Николая отправляла, но если надо, могу вам скинуть скриншот того, что я ей написала, и она просто все перебрала. Ну, это на ее совесть. Но все равно огромное спасибо по людям, да, которые по крайней мере скидывали, она сказала, что это самую клинику, что есть там такая клиника. Да, она дала хороший отзыв. Да, хороший отзыв, да, дай Бог. За это, конечно, это. И большое спасибо девочкам, Лариске, клинике. Мне, нам, особенно Вике. Большое спасибо соседям, которые выдержали все. Ну, да. Главное, чтобы сейчас у него все получилось, чтобы было хорошо. Каждый день свою лепту. Как-то уж на голову.